знаю, видите ли вы нас, мы себя вообще не видим, солнце так слепит ужасно. Мы сегодня собираемся к родственникам, сейчас стоим, ждем возле автобусной остановки наш автобус. Поехали, сегодня у нас намечается хороший день, нас срочно вызвали, сказали, приезжайте, чахнет чеснок. Всем привет! Привет! Интересная местность. С одной стороны высотки, апаты, апартаменты, а вот с этой стороны, когда мы приезжали в автобусе, я видел, ну, из окна автобуса я видела домики такие маленькие, уютные, как деревенские. Какое слияние всего уютных домиков и высоток. Тут высотки, тут домики. Так, там вроде такой шум, да, вся цивилизация, и тут такая прям уединенность и красота, как все это сочетается в одном месте, непонятно, но вот сочетается. Люблю такие места, когда сошел с дороги в переулок какой-нибудь, а там уже такой частный сектор, там уже такое ощущение, что ты за городом, что ты на природе. Какие огородики, вон кукурузочка. Кукурузочка у кого-то растет, посмотрите. Какая прелесть. Ой, как уютно. Как прекрасно. Ну вот, да, маленькие дома, посмотрите, такие уютненькие, как деревенские. Вон они виднеются, высотки с той стороны. Ромашечки. Теплить. Вот у людей люди что-то выращивают, проращивают. Ой, такой запах, как будто кто-то рамёнчик запаривает. Тоже кушать захотелось. Мы рано утром встали, поели хлебушка. Ну, багет, короче. Багет был с чесноком. Сейчас масочный режим, поэтому неважно. Можно есть чеснок и не переживать за свежесть своего дыхания. Ой, какая классная погода вообще. Какой офигенный денечек. Так-то жарко, конечно, но время от времени вот солнце яркое сменяется тенью. Оно как будто бы заходит на несколько секунд. И ты успеваешь как будто бы выдохнуть за это время, немножко остыть. Потом снова появляется. А вот озеро мы встретили, такое... Озеро симпатичное. И вон, смотрите, гора вверх поднимается. Такая гора, поросшая зеленью. Но это не озеро, наверное. Я слышу какое-то журчание воды. Может, это из какой-то трубы льется. И тут рядом какая-то стройка идет. А вон, смотрите, ну, наверное, вам не видно. Хотя, если увеличить... Сейчас, подождите. Вот там, смотрите, за зелеными кусточками домики. Вы представляете, жить в таком домике с видом вот на такое озеро и вот эту вот всю зелень. Просто обалдеть. Надеюсь, увидели, да, домик? Вот живут же люди, да? С одной стороны, такая простая рабоче-крестьянская жизнь, а с другой стороны, такое единение с природой. Такой вот доступ к прекрасному. Ой, какие милые цветочки. Так, мы пришли. Мы пришли. Смотрите, как все цветет и колосится. Прямо обалдеть. Смотрите, какая огромная плантация. Надо не за урожаем нас приглашать. Нас надо приглашать работать сюда, на плантацию. Такие вкусные домашние томатики. Просто обалдеть, такие сладкие.
Так, мы попили кофе, и теперь мы занимаемся сбором перчика. Нам сказали, нарвите себе сами. Но мы не против. Мы и так, это, знаете, халявщики, прям такие халявщики. И какой красавец. Прям, знаете, так хочется тоже огородничать. Я, наверное, старею. Наверное, я старею. Такая прям, знаете, в хорошем смысле зависть ко всему этому. Такие тут ароматы природы. Кукурузка. Еще маленькая, чуть-чуть, конечно, не надо еще подрасти. Боже, как прикольно. Вот, смотрите. Вот на этом, в этом кадре как раз хорошо видно. Видите, сзади такие высоточки, апартаменты. А тут у людей прям как в деревне все. Как же круто, как же классненько. Свёколка. Это свёколка? Ну да, вроде это свёколка. Если мне память не изменяет, я же в юности... И в детстве время проводила с родителями на даче. Кажется, это свекла. Свекла. Бурячок. Не знаю как. Кому как нравится. Тут кабачок. Вон он, кабачок. Молоденький такой, малюсенький-малюсенький. Что-то как-то тут не стройно он растет. Наверное, просто семена бросили. Вот здесь вот. Потому что нет ощущения, что здесь грядочка. Просто, видимо, семена бросили кабачка. И он тут вырос. Так, муж там что-то обрывает опять. Надо его приостановить, а то он сейчас весь урожай домой к себе забери. Вот. Ой, хозяйственный. Ой, хозяйственный его. А это чеснок. Посмотрите, как много. Две огромные вот такие вот миски чеснока. Мы в прошлом году покупали в супермаркете много его. Но в итоге из-за неправильного хранения он у нас подпортился. Покупали мы его в начале сезона. Прям такой вот свежий, с ботвой. Я ботву отстригла. Тоже его так подсушивала. Часть, конечно, удалось использовать, а часть начала гнить, либо плесневеть. Ну, у нас дома такая сырость была. Сейчас вот нет такой сырости после переезда. Вентиляция хорошая в доме, окна со всех четырех сторон, и сырости такой нет. Бельишко сушится. Вот такой вот уютный столик под зонтиком. Ой, какая прелесть! Сколько всяких цветочков миленьких. Кактусятки всякие, кактусяточки. Посмотрите, какой огромный контейнер кимчи нам дали. Вот уже дегустатор наш тут активизировался грязными рученьками. Ай-яй-яй. Так, коты пришли проверять. И вот такой огромный пакет со всякими овощами. Чеснок. Измельченный чеснок. Помидорочки вот эти вот вкусненькие. Огурчики, кабачки. Зеленюшечка всякая, лучок. В общем, мы решили, что, наверное, кроме мяса мы теперь, наверное, ничего не будем покупать. У нас все есть. Так, я уже все рассортировала. Посмотрите, сколько всяких вкусняшек с грядки. Кабачки, перчик, два вида огурчиков, зеленый лук и салатные листья. Лука много, его надо будет переработать в ближайшее время, пока он не завял. Я его обычно нарезаю и в контейнер, и в морозилочку. Ой, так приятно, вы не представляете себе такое счастье. Вроде бы такая мелочь, а такое ощущение, знаете, заботы какой-то, что о тебе позаботились. Ну что, привет, это снова я. Остаток дня мы провели на веранде
заканчивали там обустройство, если так можно выразиться, еще хотели бы покрасить ее. Но в принципе все отмыли, все очистили, что было там расставили, разложили, кое-что посеяли, огородничали, в общем. Потом поужинали, пошли погуляли немножко, и все. Вот и все. Уже нет сил что-либо рассказывать. Смотрите, какая я потрепанная. Но есть что рассказать. Расскажу в другом видео. Сегодня получился совершенно бесплатный и неожиданный, но супер вдохновляющий опыт. Зарядилась энергией, знаете, другого человека. Вот той самой нашей родственницы, к которой мы сегодня ездили. Это что-то просто. Это что-то с чем-то. То есть, как бы человек ничего не сделал особенного, ничего не сказал. Человек просто своим примером меня вдохновил. Это ж, ну, просто вот я сегодня нахожусь под огромным впечатлением. Казалось бы, такой ничем не примечательный день. Просто обычная поездка к родственникам. Обычный летний денек, обычный выходной. Кстати, у мужа достаточно давно не было выходных, потому что у него были проблемы на работе с одним коллегой, у которого, в общем, сын умер. И коллега впал в депрессию, начал, значит, к бутылочке прикладываться и не выходил какое-то время на работу, и муж его, так сказать, прикрывал. Вот. И из-за этого у него не было выходных, поэтому это первый за долгое время наш такой полноценный совместный выходной день. Очень приятные впечатления. Самое главное, есть над чем подумать, что обмозговать. Ну, просто невероятное. Я сегодня получила вдохновение. Да, кстати, почему я говорю просто родственница? Потому что вот эти вот все названия, вот эти вот все какие-то, кто кому кем приходится. Во-первых, огромное количество родственников. Когда все собираются, это просто вот... Весь кафе, да, весь ресторан. В прошлый раз, когда мы собирались на праздник, ну вот просто невероятное количество людей. Всех сразу не упомнишь, не запомнишь. В прошлый раз мы с ней виделись, но не общались. А в этот раз она приглашала нас вот именно в гости. Ну, меня впервые, мужа, конечно же, не впервые. Я впервые была именно у нее дома, и вот ее дом, и ее личность, и вообще вот все, что ее окружает, и она сама очень меня вдохновили. Итак, желаю всем хороших выходных. Огромное спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто поддерживает мой канал. Люблю, целую и пока-пока!